Всем добрый день. У нас новый влог, и мы приехали в магазин. Коля хочет купить баранину, у него день рождения завтра. И он уже закупает продукты. Девчонки с другой стороны вышли. Мальчишки у нас в лагере баскетбольном. Поэтому мы пока тусим сами. И будем искать баранину. Нужна баранина. Коль, что ты хочешь приготовить? Я уже один раз готовил такое блюдо. Баранина с изюмом и с яблоками. Очень вкусно было, я помню, мне понравилось, поэтому я одобрила блюдо. Говорю, пойдет, поехали искать. С бараниной она сложновато, потому что не везде ее можно купить. Есть в нескольких точках, ну вот одна из этих точек, это вот магазин Микс. Посмотрим, будет ли здесь. Ника очень любит с такими тележками ходить. Ну, один вот, мне надо, получается, ее держать вот здесь, чтобы ее вести, как бы, да, Ника? Ника с тележкой. Ника! Маслу уже мне открыли. Ой, отлично. Это магазин. Ника, тебе нравится с тележкой ходить? Да. Все, бросила. И побежала. А тележку кто тащить будет? Мама? Тележку берет. Итак, посмотрим, что здесь есть. Ну что, по баранине есть что-нибудь? Мяса вообще много разного. Нет, нет. Вот по баранине. И больше. А у вас баранина только по четвергам бывает? Зашли кофе. Сейчас кофеечко попьем. Пряный был. С утра. Помнишь, я тут брал? Какой? Пряный какой-то такой вот вкус был. Как халвичный раф это был, нет? Может, попробовать. Халвичный раф, халвичный капучино, халвичный... Нет, но это будет как-то карамельный капучино. Не помнишь, какой кофе, да? Не помню. Тубрали тот кофе, который хотел Коля. Что за день облома? Мяса нет. Баранины нету, кофе нету. Поехали на рынок в город. А София любимые автоматики. Она каждый раз смотрит, можно ли здесь что-нибудь выиграть. Вот здесь можно вот эту штучку выиграть. Давай, попробуешь. А у меня с собой копеек, наверное, нет. У меня тоже нет. Нету копеек. У меня есть, что вам надо? 50 копеек, наверное. 50 рубль 2. Если у папы есть 50 копеек, то тогда можно есть. Поиграть. Нет, давай, позакидывай, вот это попробуем. Давай. Так, София, если так давать маме вечно, то сама и не научишься. Давай. Я тебе буду помогать. Потому что все время я достаю. Давай сюда. Вот сюда веди. Ко мне. Ко мне. Еще туда, туда. Еще. 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 Туда, туда, туда. Нет, вот сюда время ко мне. 11, 9. Так, стоп. Стоп, нет, туда. До конца веди. 7, 6. 5, нажимать? Нет, нет, туда немножко, 4, чуть-чуть. Вот так, все. Да, вывалился, чуть-чуть. Это ты не умеешь играть. А, жалко, да? Ничего страшного, пошли. Пошли, пошли дальше. Ты не умеешь играть. Почти поднялся, вывалился, да? Не умеешь, потому что играть. Я играть не умею, так ты же играла. Да, ты направила вот так вот на два. Ты направляла. Ты же заводила. Ты мне сказала. Ну, ладно, да. Ладно, я виновата. Вот именно ты. Хорошо. Приехали мы на рынок. Ника уснула. Переложили ее в колясочку. Я машину сами... закрыл? Да, и сами уже идем. Ладно. Цветочки у нас продают живые, красивые. Может, нам цветочков купить каких? Куда? Не знаю. Нашли мы баранину, нашли мы все овощи. Ника спит, продолжает. Посадили ее назад уже. Коля ставит все продукты, которые мы купили в багажник. И едем дальше. Еще нам надо заехать в магазин обычный. Папе, там докупиться. За папе за подарком. Это самая, ребят, большая проблема, если честно. Я не знаю, подарок. Что папе подарить. Да. Мы никак с Софией не можем определиться, что ему подарить такое. Ничего, еще у нас есть время. Поехали дальше? Магаз? Да. Сейчас мы приехали в кофейню, хотели попить кофе без Ники. Коля говорит, папа, ты слышишь? Мне показалось, что Ника кричала мама, это не она. Фу, пронесло. Ника спит, а мы пойдем попьем кофе? Да. А ты что будешь? Не знаю. Нет, ребятки, мне не показалось. Это была мама. Я открыла, я думала, это мне показалось. Закрыла. Нет, мне показалось. Поэтому забираем, забираем тебя, не бойся. Все, пошла она. Она тоже будет кофе. Правильно, тут что-то без нее пьют кофе. Непонятно почему. Надо пить с ней. Как раз, ну что, любимый? Мам, а я бы была лосом. Ты будешь сок? А я бы была лосом.
такой же торт с вишней. Я выбрала сок с вишней и еще что-нибудь. Оля сейчас капкейк заказала. Капучинки. Посидим пока, отдохнем. А вот и мой большой капучино прилетел. Вкуснятик попьем. А сейчас мы подъехали забирать Арсения с лагеря. Саша уже ушел раньше. Отворачивается. Да, обиделся Арсений, обиделся. Он просто хочет ехать на соревнования, куда мы его пустить не можем. И он обижается на нас. Привет! Она на камеру себя ведет по-другому. Да, да, она на камеру. Стопор. Поздравляй папочку с днем рождения. Поздравляй. Скажи, папа, будь здоровым, я тебя люблю. Как ты сильно папу любишь, покажи. Как Ника сильно папу любит. Папа колется. Папа колется бородой. Ай, ты моя сладкость. Папа, день рождения сегодня, да? Ты первая поздравила его. Ну, нет, первая, конечно, я поздравила. Но ты проснулась, и ты первая поздравила, да, зайка моя? Счастье это какое-то. Зион. Я ж бусю. Давай, папе, бусю. А тет мы любим ночью. Ноги. Ногами. Вот так лечь, да? Эй! Ребятки, вот наш сегодняшний именинник уже. Мой подарок, мешок подарков. Мешок подарков завязывает. Едем мы сейчас с ним еще подарочек мой покупать. Да? Конечно. И цветы. Как Катя сказала, что моему старшему сыночку исполнилось сегодня 41 годик. И мне за это нужно цветы. Твоему старшему сыночку, да? Нет, за то, что я его воспитываю. В этом магазине просто так, а за подарком. Вот эту книгу я хочу купить настоящему отцу и подарить ей. Вот такие достаточно большие буквочки. Конечно, без картинок, но я думаю, Коле понравится. И вот этот подарок, как воспитать чемпиона в спорте, в бизнесе, в жизни. Я думаю, ему зайдет. Что может быть дороже книги, когда ты не знаешь, что подарить? Когда, ребятки, есть хороший подарок, плохой подарок или книга. Поэтому, мой дорогой, я тебе покупаю этот подарок. Хорошо. Потому что у нас, как оказывается, все есть и ничего не нужно. Ну, а с таких мелочей и состоит наша жизнь. Будет первая книга, которую быстро за неделю прочитаю. Да. Покупаю папе подарок на его день рождения. Кстати, Ника у нас хочет покупать подарок, Оля. Вот, ему вот такая кружка. Я решила вот кружку взять. Его любимое мороженое нашла. Тебе я вот такое мороженое взяла. Себе такое взяла? Все, ребят, за свои деньги покупать, представляете? Какая она молодец. Красавчика моя. Да? Да. Ну, что, уже идешь вручать? Купила? Да. Что это? Подарок. О-о-о! Класс! Ну все, моя самая любимая кружка теперь будет. Спасибо, доченька, пусть давай. Но ты же не посмотрел еще все, папа. Я вижу, морожка мое любимое, ленинградское. Ты говорил, нету, а она нашла. Батя слепой, значит. Все, сейчас перед банькой захомячу. Да, ленинградская. Себе вижу. Спасибо, моя сладкая. Старалась, выбирала. Да, доченька? Ну, со своих денег ничего не пожалела. Молодец. Жвачки там еще тебе купила, твои любимые. Вкусная? Ну, конечно. Они кушают. Моя любимая. А это почему Юки начала делать? Угу.